Привет, друзья! Ровно год прошел с тех самых пор, как я в одном из подмосковных лесов наткнулся на довольно странную конструкцию. Между двух сосен некая избушка на курьих ножках. Она, кстати, вот у меня сзади, за моей спиной сейчас. И сегодня я вам раскрою этот секрет. Да, предыстория такова, что, ну, кто не видел, да, предыстория такова. Я ходил по весеннему лесу, собирал березовый сок, снимал на камеру природу, просыпающуюся после зимы, птичек. Вот, и тут вот раз и натыкаюсь на такое сооружение. Ну, сперва такое оторопь, вот, довольно странная конструкция. Назвал я это логово маньяка. Ну, естественно, шутка, вы понимаете. Да, написал я в комментариях, что вот если видео это наберет 50 тысяч, я секрет раскрою. Не набрало, вот, да и не беда, в принципе, а слово я дал, поэтому, как бы, слова, свои обещания надо держать, поэтому сегодня мы детально я вам покажу и расскажу, что это такое, для чего это было построено. В принципе, вопросов у вас не должно остаться. Но пойдемте сперва подойдем к ней и детально вообще ее осмотрим, изучим, как она вообще сконструирована и была изначально. Погнали туда. В принципе, ничего особо здесь не поменялось. Единственное, ну, ветер немножко как-то потрепал все это дело. Естественно, природа, она свое берет. Вот здесь то же самое. Осталась эта коробка. Основа кровати, видимо, старой. Горы мусора. Все, никуда ничего не делось. Только лишь листвой так занесло немножко. Этот же аварийный треугольник, застрявший среди деревьев. Вот эти лаги, опорные лаги так называемые, вот эти бревнышки, были спилены. Дальше вот такая вот обрешетка как бы пола самого, основы пола, между двух сосен закреплена гвоздями. И далее такие набитые еще, значит, опорные балки так называемые. Вот на эти уголки уже гвоздями были зафиксированы, как бы между собой скреплены лаги. Уже далее из листов плотной фанеры, ДСП, набивался пол на эту обрешетку. Закрывался панелями, также гвоздями он приколачивался. Здесь уже сконструировано крыльцо, тоже с опорами, вот с какими-то вот этими перилами. В принципе, я так подозреваю, что именно через это крыльцо по лестнице и вход подразумевается. Сами эти панели, но они довольно старые, это ДСПшка, взятая из различных материалов, куски от каких-то кроватей, скорее всего, там шкафов старых, я не знаю, там фанера. То есть все это было использовано, ну такое-то производство, такое постсоветское, но, так скажем, еще и не современное. Собственно, также была продумана и входная дверь, потому что вот какая-то пленка висит, вот там даже проглядываются петли. Скорее всего, да, это была какая-то дверь, естественно, которая закрывалась. Теперь вот до того момента, как я вам расскажу все-таки, что это такое, еще немножко деталей вам покажу. Вот эти окна, да, особенно вот с этой стороны, оно, видите, глухое окно. В принципе, оно никак не открывается, не планировалось открываться. Собственно, эта же история касается и бокового окна справа. Конструкция, оно тоже глухое. Видимо, это какая-то дверь была. Ну, знаете, раньше вот советских домах, там на кухне обычно вот такая дверь со стеклом стояла. А с обратной стороны вот это вот такая в виде форточки вставлено окно, то есть с возможностью ее открытия. Еще несколько деталей по поводу крыши. Она сделана также по обрешетке. Сверху была укрыта полиэтиленом, что как-то защищало от дождя находящихся внутри людей. И далее уже поверх этой пленки был уложен алюминий. Как я понял, вот его, кстати, остатки уже и на земле валяются. Сдувало это все дело. Кстати, о птичках, друзья. Макрофлекс. Это, я так подозреваю, именно эта пена. Давайте посмотрим на дату изготовления этого макрофлекса. Расследование у нас. На дне, да, написано. 12.06.14, то есть в 2014 году она была произведена. Не факт, что куплена прямо была в этом же году, ну примерно в эти годы. То есть это у нас получается, ну, 5 лет назад. Вот здесь вот дата, надеюсь, вам будет видно.
чтобы не голословным быть. Теперь, ребят, переходим к самому интересному. Вот вы мне писали насчет лесенки, да? Как бы туда забраться? То есть ты походи, поброди, поищи вокруг. Возможно, где-то припрятана лестница. Я ее нашел. Сейчас я вам ее покажу. А ходить, ребят, далеко и не пришлось. Лестница лежит прямо под самим домиком. Вот ее остатки. Вот такая эта лесенка. Естественно, все прогнившее. Валяется она здесь довольно давно. Тут вот какой-то лист ее закрывает. Сейчас попробуем. Ну, это все остатки вот сверху падало. Вот она. Вот эта лесенка. Естественно, она вся прогнила. Лежит она здесь давно. И, скорее всего, эта лестница набивалась уже другими людьми, потому что изначально подразумевалась здесь другая лестница, более прочная. Скорее всего, заход вот отсюда, с этой стороны. То есть вот так вот она здесь ставилась, сюда спускалась. И под углом туда можно было забраться. Ну а это уже остатки. Явно, да, видно, что она далеко не первой свежести. И по ней уже, конечно, мы туда с вами не заберемся. Ну и, наконец, ребят, не буду вас больше мучить, долгожданная разгадка. В общем, я вот всегда говорил, что первая мысля, пришедшая в голову, она, как правило, самая верная оказывается. Значит, вот это все, это самый что ни на есть охотничий лабаз. Об этом говорят вот эти все детали, которые я вам показал. В доказательство мы еще сейчас с вами пройдемся по территории, выйдем туда на открытую. Я вам покажу направление, куда направлено это открывающееся окошко. А что касается вот этих угодий, да? Значит, до 90-х годов, еще при СССР, здесь действительно были охотничьи обходы. Здесь обитал кабан, лось. Вот, об этом тоже, кстати, мы поговорим. Я вам покажу, в принципе, где эта прикормочная площадка сама находилась. И изначально это было либо лабаз вот открытый, либо это какой-то полулабаз, куда забирался, то есть приезжал охотник с егерем, забирались они наверх. И, значит, с оптики, там, с карабина, с нарезного оружия, ну, ночью охотились на кормушки, на кабана. Потому что в основном здесь был кабан. Потом был развал советов. После этого угодья остались ничейными, так скажем. Упало лесничество, пропало. Потихоньку начал человек наступать на эти места, так как куски земли здесь злачные. Юг Московской области. Здесь началась такая довольно плотная застройка. В 3 километрах тут уже многоквартирные дома строят. Соответственно, охота здесь, ну, в принципе, стало невозможно. Земли вывели из охотничьих угодий. Охота в данный момент здесь вообще запрещена. Вот. Примерно, я так подозреваю, что где-то до 2000-х, там, 2000, в 2000-х все это дело и загнулось плавно. А вот дальше конструкцию вот эту уже задействовали как-то ее, скорее всего, возможно, вот некоторые панели, возможно, были поставлены еще тогда, когда охота здесь была. А потом уже эта штука была облюбована бомжами, вот, коих хватало, в принципе, и сейчас хватает, какими-то забулдыгами, которые уже дальше его как-то начали облагораживать. Вот эта лесенка, я недаром сказал, она, в принципе, скорее всего, сделана уже именно другими людьми. И да, теоретически эта конструкция еще лет 5 назад, она была более-менее прочная. Сейчас, конечно, ее уже природа потрепала. Вот, она, ну, я думаю, что через какое-то время она рухнет. Ей не так долго осталось. Еще пару таких лет с хорошими еще ураганами, и все, природу свою возьмет. Уже местами, как заметили, там с правого бока она практически вообще покосилась. То есть все это будет потихоньку обрушаться. Почему я говорю, что бомжи? Потому что охотники, да, они никогда за собой, в принципе, мусор не оставляют.
То есть всегда в чистоте, все, природу держим в чистоте. Вот я никогда не замечал, чтобы после охоты... Нет, ну есть, конечно, отдельные индивидуумы, но не будем в частности вдаваться. Вообще, как правило, охотники очень, ну, как бы за природой следят. Поэтому никогда никаких после себя мусора не оставляют. А здесь прямо-таки такой бомжатский мусор. То есть где живем, там и срем. Это вот принцип. Скорее всего, вот эти швы, то есть панели, вот я как думаю, панели, окна, вот эти все, они, скорее всего, были поставлены раньше для того, чтобы, ну, со временем, да, не сразу, как только вот лабаз был сделан, а со временем, чтобы еще более комфортно было там находиться охотнику. Например, в снег или в дождь, ну, то есть... Уже такие более-менее комфортные условия. У тебя закрыто, при этом через эти окошки обзор. То есть, да, ты развернулся обратно. Если стадо кабана идет сзади, то ты запросто можешь там подсмотреть, да, где. А уже стрелять непосредственно туда на кормушку, обязательно сейчас сходим, все вам покажу. И да, скорее всего, вот как-то это все было закрыто, облагорожено. Не сразу, но со временем. А уже бомжики, они потом... Ну, как, знаете, бомжики. Здесь вот, я же сказал, много строек, да, то есть очень много всяких разнорабочих. Кто-то частенько, бывает, употребляет, их выгоняют, а, ну, не знаю, может, ну, приезжие, там, куда им, да, денег нет обратно вернуться, они начинают дальше там на подхвате где-то какую-то копейку принеси, подай себе на пропитание зарабатывать, а жить где-то надо, там, квартиры продаются, их оттуда уже выгоняют. Ну, вот вариант, они взяли со стройки там алюминий тот же самый, да, какие-то еще материалы там стырили, пену ту же самую, запенили себе швы, чтобы там ветер не поддувал, чтобы там комфортно жилось, ту же самую, может быть, пленочку где-то подкрыли, все вполне разумно, сколотили лестницу, потому что егерские лестницы, я так понимаю, их привозили, увозили, либо она там на сезон их просто забирали. И с тех самых пор этой лестницы надежной, которая тут должна была стоять изначально, ее, естественно, нету. Осталось вот это. Но это такая бомж-лестница, действительно. Она сколочена очень на скорую руку, прям буквально набита, так, чтобы только туда вот залезть можно было. Вот, собственно, ребята, и... Все, то есть ничего такого тут сверхъестественного нету. Теперь, как я обещал, одеваю налобную нашу камеру, и мы с вами идем по территории, по, значит, угодьям, бывшим охотничьим угодьям, и я вам показываю, как тут все примерно было раньше. Да, еще я, кстати, вот, значит, материалы разные смотрю, причем вплоть очень интересный ресурс, я ссылочку на него обязательно оставлю в описании, потому что там, значит, ребята вообще молодцы, вот, ресурс бесплатный. Это вот, ребят, не реклама, никаких этих, вот просто самому понравилось. Они оставили там, то есть они собрали карты еще даже до революционных времен, царские еще карты, где это намечалось. Вот кому интересно, посмотрите, может быть, на месте вашего дома, что там было раньше. Ну все, пойдемте, я уже заговорил с вами. Видите, да, уже, как я говорил, уже природа свое берет, уже покосилась. Вот с этой стороны, где как раз глухие окна, вот это окно, да, вот там вот, в той стороне, там лэп просека, вот так вот она там идет. Там еще за ней лес, и за тем лесом уже дорога автомобильная. Такая проселочная однополоска. Вот. То есть, в принципе, там никакой охоты не было. Охота сама, она вот оттуда. Вот, значит, вот так он у нас смотрит, да, вот так вот. Прямо. И вот, да, вот это вот окно распахивающееся, о котором я вам говорил, бойница так называемая. То есть туда охотник садился, ружье он высовывал через окошко, кабаны шли. Вот мы идем прямо от этой конструкции, идем и за одно расстояние. То есть вот, вот это вот все, вот этот кустарник, вот этот подрост, молодые тут эти что, рябинки, тут эти березки. Этого ничего не было. Это же все растет. Этого ничего тут не было. Вот. И если мы с вами отсюда идем, то есть вот этих деревьев, вот этого не было. Большие березы, да, они тут стояли всегда. И вот оттуда как раз вот, оттуда очень вполне себе такой неплохой обзор получается. То есть вот это окошко, вот она прямая идет, да? Вот оно окошко. Вот ты все прекрасно видишь. Вот это все были молодые, совсем вот, вот такие вот деревца.
И идем и выходим мы с вами ровно на вот эту вот поляну. Назовем это, ну, поле, такое небольшое поле. Вот это вот все, вот эти вот холмы, это все, то есть это вот их была кормовая база. Это все, надо понимать, было тут засеяно, я не знаю, там, овсом, кукурузой, вот. То есть, в принципе, вот так вот стада выходили кормиться вот на это поле. И вот так вот она. Ну, сейчас там не видно. Вон она. Я ее вижу. Вон она, эта вышка. Лабаз. Вот, собственно, ровно. Как бы, ну, тут понятно, что можно под разным углом смотреть. И вот этого подроста как раз и не было. И все тут прекрасно просматривалось. Березки тоже, они были моложе, тоньше. Вот такие вот уже видно, да, постарше березы. Они стояли, да. Вот. А вот это все, это что же растет? А это вся природа, она все растет. Ух ты, какой ворон, прям черный ворон, красота. Да, вороны здесь есть, прям такой здоровый полетел. Вообще, да? У них там гнездо, я вам в прошлый раз говорил, вон там они каркают, гнездо. Вон он пошел как раз, кстати, к гнезду. Ага. Вон сел. Ух ты, красавец какой. Вот, собственно, вот оно и все. Все очень просто. Сюда стадо кабана выходило, кормилось. Охотник стрелял. Вот оттуда вот. Пойдемте, сейчас вернемся обратно. Я найду какое-нибудь бревнышко. Присядем. Я еще сегодня сок березовый буду собирать. Сок уже, кстати, пошел, ребят. Вот все, уже можно, уже нужно. Прямо, а сегодня вообще, сегодня сейчас, наверное, ну, градусов 7-8 тепла. Ветра практически нету. Прям вот прям вообще. Если собираетесь, уже не раздумывая, прям идите. Я так чуть-чуть подколол кору березы. Все, уже капельки пошли. Почки уже мягкие. Сок в самую пору собирать. Вот. Сейчас мы залезем обратно. Найду бревнышко, присяду и расскажу вам вообще о своих планах. А то я шифруюсь тут это. Ну, я в шутку говорю. Ничего вам не рассказываю. Давно в эфир не выходил. Говорят, наверное, пропал куда-то товарищ. Нет. Сейчас я вам все расскажу. Вот. Подходящая сосна. Ох, кусты, все это заросли. Да, вот все это заросло. Все это заросло. Ну, вон она. Вон она, ребят. Ну вот, друзья, в принципе, вот она вам и разгадка. Я изначально, когда еще, вот помните, в прошлом году только наткнулся, я изначально подумал, что это что-то типа лабаза. Потом уже детально изучил, да, действительно, посмотрел угодья, почитал материалы, информацию, кадастры эти все. Ну, в общем, материалы собрал, получилось, что да, все сходится, вот. Вот примерно так. А обидно, да, вот обидно. Вот всегда вот такая вот тайна-то должна быть. Вот мы любим, человек так устроен, да. Вот там какие-нибудь маньяки, действительно, все там это, ага, там какая-нибудь, не дай бог, там расчлененка внутри. Нет, все довольно банально просто. Ну, вот так все интересно, когда-то заканчивается. Вот. Это что касается моего вам обещания. Моя совесть чиста, ребят. Теперь немножко хотел бы рассказать о моих планах. Вообще по съемкам, дальше по своему каналу. У нас же через 2 недели, ну, сейчас для охотников, да, прежде всего. Все-таки у меня канал такой охотничий. Вот, хотя и добрый. Этот канал, мне многие, некоторые пишут, вот, побольше, так сказать, экшена, много говорят. Вы знаете, ребят, этот канал, он не про кровь и мясо, я не такой охотник. Меня больше всего привлекает сам процесс. Я, мало того, меня смотрят ребята ведь не только опытные, вот как вы там многие пишете все. Молодцы, нет, пишите, ничего против не имею. Иногда даже дельные советы даете какие-то, ну... Многие-то смотрят только начинающие ребята, а им интересно вообще малейшие детали, им интересно прямо вот от первого лица, да, как это происходит, с моими комментариями. Я не берусь утверждать, что я какой-то прям тоже суперопытный охотник, но все же опыт имеется, я им с вами и стараюсь делиться. Вот, поэтому, ну, для всех мил, как говорится, не будешь, я буду дальше продолжать в том же духе, вот.
учитывая, конечно, ваши пожелания. Так вот, для подписчиков, охотников, коллег моих, ребят, у нас с вами весеннее открытие, и вот уже в конце этой недели, в выходные, мы уже с ребятами запланировали, поедем в угодье, тетеревов разведаем обязательно. Я так надеюсь, что уже небольшие така начали формироваться. Вот, для постановки там будущего скоротка. Обязательно, ребят, посмотрите. В прошлом году у меня очень была удачная охота и такой полезный опыт. В том числе, кстати, и для начинающих охотников, как вот с нуля вообще найти тетеревинные така, поставить скородок и дальше охотиться. Так вот, это что касается сезона. Ну, надеюсь, вальшнап, да. Кстати, вот у нас, я живу на юге Московской области. Вот видите, у нас уже, в принципе, поля на 90% открыты от снега. В лесу даже снег практически сошел. Нет, но местами, где еще солнце мало попадает, там тенистые, там еще снег лежит. Вот, поедем, а туда, куда мы едем, это восточнее, намного восточнее, даже в Московской области, другой регион. Поэтому там еще вот снега есть. Ну, посмотрим, разведка. Да, вальшнап, надеюсь, полетит у нас, потянет. Вот, самая такая милая охота. Ну и очень надеюсь посидеть все-таки на селезне с подсадной. Как-то у меня эта охота, ребят, не очень складывается. Ну вот, не знаю почему, надеюсь, в этот раз получится. Это что касается охоты. Дальше сезон у нас закрывается до летне-осеннего, и там у меня уже для всех остальных подписчиков, да, есть у меня рубрика «Заметки охотника», я так понимаю, она вам многим уже полюбилась, в ней я делюсь каким-то своим опытом, ну, в частности, наверное, все-таки опытом нахождения на природе охотничьим, да, каким-то, ну, в том числе и военным, по вот всему тому, что нам дарует природа, и как этим можно пользоваться не во вред природе, но с пользой для себя. Кстати, да, вы вот в комментариях пишете, вы не думайте, я практически каждый ваш комментарий читаю. Извините уж, если вдруг на кого-то обошел вниманием, не ответил, но, по крайней мере, всегда там палец вверх и сердечко за добрый позитивный комментарий я оставлю. Это вообще не оговаривается. Ну и многие ваши какие-то советы, идеи, да, для материалов, я обязательно это все фиксирую. Вот, все это собираю, и действительно есть очень удачные у вас там советы, идеи, да, что можно подснять. Я как бы даже есть у меня там эти наметки, и летом обязательно мы с вами там есть, у меня прям такой интересный материал, давно уже хотел его, вот, но все, всего понемножку, потихоньку буду делать. Ну и дальше как бы все в порядке, что, будем, ну да, природа, видите, уже все, весна, ребят, весна, и настроение такое, сегодня прям вообще погода, ну просто шикарная. Уже потихоньку, вот это, ну, будет еще, конечно, апрель, он такой межсезонный, и будут, наверное, и заморозки по ночам, все это нормально, но весна свое берет. Хотел еще уже у вас спросить теперь, вообще, как вы думаете, ну, я вот слежу там тоже, коллеги-блогеры, там иногда какие-то стримы, но я вообще этого не люблю. Вот, я готов, в принципе, если у вас есть вопросы, я так уже себе даже набросал наиболее часто задаваемые вопросы, там разделю, что касается охотничьей тематики какой-то, и что касается неохотничьей тематики, в том числе даже чем снимаю, как снимаю, по технике вот этой, кому интересно. В принципе, если вам интересно, ну, напишите тоже вот сейчас в комментариях, сделать ли мне такой, как бы, ответы на вопросы, да, где-нибудь мы с вами на природе также сядем, я буду просто зачитывать наиболее частые ваши вопросы и постараюсь на все на них ответить. Что ж, ребят, в общем-то, можно сказать, я перед вами отчитался, свое обещание выполнил насчет этого нашего лабаза. Вот. Я, кстати, еще буду сюда приходить, вообще мне интересно, когда он рухнет, потому что, я говорю, не так долго ему осталось. Вот, в принципе, как бы, наверное, все. Да, спасибо, что смотрите, спасибо, что комментируете, пишете. Еще раз скажу, что читаю практически все ваши комментарии, и извините, если не всегда есть время ответить. По традиции желаю вам большущей удачи. Охотникам, нам, коллегам, ни пуха, ни пера в наступающем сезоне охотничьим. Желанных нам всем с вами трофеев. Для всех остальных также уже походы скоро начнутся. Давайте, ребят, вперед на природу. Замечательного вам отдыха. Ну и пока, друзья, увидимся.